В Одессе открывается детский оздоровительный лагерь «Виктория» в новом формате. Теперь это будет настоящий центр отдыха, обучения и развития для школьников. Летний отдых детей там разделят на 4 тематические смены. В первую будут отдыхать победители конкурсов, олимпиад и турниров. Во вторую – тренироваться воспитанники спортивных школ и секций. Третью смену отдадут творчески одаренным детям. И четвертую – будущим айтишникам. Для работы с этими детьми будут приглашены специалисты из Академии связи. В Викторию заезжают спортивные команды со своими тренерами, где будут проходить тренировки, сборы, оздоровления. Мы все знаем, какой прекрасный пляж есть в Виктории. В этом году там проведены работы по благоустройству этого пляжа. То есть мы думаем, что нашим спортсменам очень понравится Виктория, и они будут приезжать туда традиционно каждый год. Всего в Одессе готовы работать еще 120 летних лагерей. Возможность попасть туда есть у каждого второго ребенка. Среди детей льготных категорий этот показатель еще выше. Чиновники поставили себе задачу оздоровить летом большую часть детей-сирот и ребят, лишенных родительской опеки. Бесплатные путевки от государства также получили дети из многодетных и малообеспеченных семей. Я хочу сделать акцент на том, что уже на протяжении нескольких лет мы отказались от практики обязательного посещения лагеря. И для всех родителей, которых этот вопрос волнует, не существует никаких обязательных цифр оздоровления. Ребята идут в пришкольный лагерь по своему желанию и желанию и возможности своей семьи. Во всех лагерях питание детей придется оплачивать родителям. Это касается тех ребят, которые не входят в льготную категорию. Ну а состав меню определяют на основании норм, установленных Кабмином.